Всем привет! Сегодня готовим освежающий лимонно-банановый сорбет со швепсом. Для приготовления возьмите 3 крупных лимона, 2 банана, 250 мл швепса, 200 мл воды, 200 грамм сахара. Начнем! Бананы очистите, нарежьте их на кусочки, сложите в пакет и уберите надолго в морозилку. А пока займемся следующим. С чистых сухих лимонов снимите цедру. Переложите ее в сотейник, залейте водой, поставьте на плиту нагреваться. Когда вода начнет закипать, всыпьте сахар, растворите его, поварите сироп пару минут, уберите с плиты, остудите, затем процедите. Из лимонов выжмите сок. Попавшиеся косточки уберите, мякоть оставьте. В чашу блендера отправляем подмороженные бананы, лимонный сок, лимонный сироп и швепс. Кстати, швепс можно заменить любым лимонным лимонадом. Теперь взбиваем до однородного состояния. Переливаем в емкость. Закрываем и убираем в морозилку на 3-4 часа, возможно, чуть дольше. За это время обязательно раза 3 нужно перемешать, чтобы консистенция сорбета была однородной, без крупных кристалликов льда. Вот такой кисленький, освежающий лимонный сорбет получается. Скорее ешьте, пока не растаял. Приятного аппетита! Балуйте себя и своих близких!